Алла Батурина. Город солнца – это город мастеров, призванных дать возможность всем участникам попробовать что-то новое. Для нас это возможность поставить еще одну яркую точку на карте отдыха. «Город солнца». И здесь тоже все немножко утопично, а точнее сказочно. Гости селятся на выдуманных улочках. Наш дом мы поставили на улице Приморской и пошли искать приключения. На улицах города Солнца есть кинотеатры, тату-салон и даже тир, где каждый может пострелять из лука или арбалета. И дело здесь даже не в ценных призах, а в возможности подержать в руках оружие со страниц сказок. Улица Ярмарочный тракт манит пестрыми товарами здешних купцов. Мастера меняют на монеты самые разные изделия, от мелочей из глины до обрядовых кукол. Хоть это и рынок, здесь не царит магия денег, здесь царит творчество. Магия. Минуя чайную и поворот на харчевню, мы выходим на главную площадь. А здесь жарские гавайские красавицы танцуют танец к концу лета. Ну разве не прелесть? В городе солнце имеет особое значение. Здесь участники фестиваля плетут магию слов и звуков. Основной упор на самовыражение. Чуть позже гостей ждет традиционный концерт «Перекресток семи дорог». К этому событию организаторы относятся с большим трепетом, ведь это сердце трехдневного фестиваля. Мы создаем фестиваль схематично, мы создаем каркас. Когда к нам приезжают куча мастеров и куча людей, которые умеют петь, хорошо петь, там, играть на инструментах и создают какие-то коллективы даже здесь. И у нас только после этого создается весь вот этот самый город солнца, то есть вся программа. Ключевым словом в девизе 14-го города солнца стала магия. Дело в том, что само по себе место проведения фестиваля действительно волшебно, хотя причины тому неизвестны. Но не будем ломать себе голову сложными вопросами, а двинемся к морю за приключениями. В городе солнца слышали и знают многие, но есть и те, кто на фестивале впервые. Например, Мурманская школа фридайвинга. С ребятами мы быстро познакомились и напросились на ознакомительную экскурсию в море. Белое море очень отличается от Баренцева, в которое чаще погружаются заполярные фридайверы. Оно более теплое и более доброе. Прямо сейчас со школы фридайвинга мы ищем подходящую глубину. Нам нужно не меньше 8 метров, верно? Да. Пока эхолот ищет нужное для погружения место, мы собираем человеческий мусор. Кому-то, видать, было хорошечно. Итак, что же такое фридайвинг? Это свободный дайвинг, и главный принцип такой свободы – отсутствие баллона с воздухом. Это подводное плавание с задержкой дыхания. Фридайвинг – это, во-первых, как бы борьба не со стихией, а с самим собой. То есть своими страхами, своими какими-то психологическими как бы, зажимами. Ты должен уметь держать под контролем разум, тело. И, соответственно, как бы это все приводит к тому, что ты относишься ко всему уже более спокойно. То есть
образ жизни меняется при этом. То есть более осознанно все происходит. По словам инструктора Алексея, обычно люди боятся не самой воды, а отсутствия почвы под ногами. Для меня эта тема актуальна, но я неподвижно сидела в лодке и на глубину не просилась. Для первого раза достаточно и теории. Каждая тренировка развивает организм, и человек погружается все глубже и глубже. А ведь именно на глубине морской вся красота. Если дайверы и достают звезды, то не с неба, а со дна. Вот такая медуза, вот такая. Всем идеи показывают. Генерал Батурина. Мы так увлеклись рассказами о фридайвинге, что не заметили, как на город опустились сумерки и дождевые тучи. Спустя дождь город озарили огни фаер-шоу и ритмы африканских барабанов. Грандиозно, конечно, столько впечатлений за один день. Такси. Мой адрес — город Солнца, улица Приморская, палатка номер 5. Магия творчества и магия моря. Именно таким нам запомнится 14-й город Солнца, город мастеров. На этом наш фестивальный август заканчивается, но впереди еще много новых точек на карте отдыха.